Всем привет! Пришла посылочка. Написано 3 килограмма. И мне не терпится ее распаковать. Похвастаться, так сказать. Упакована конкретненько. Несколько слоев пластика. Made in China. Так. И... Та-да! Блок питания. С американской вилкой. Но тут... Почему-то положен обычный кабель. Ага, то есть два блока питания. Не знаю, зачем-то положили американский. Видимо, так им дешевле. Так, тут у нас... О, еще и переходник. То есть все-таки не лишний. Так, смотрим, что тут у нас. Ну, контроллер тут на Arduino. Ах, да. Я же еще не сказал, что это такое. Так, питание, релешка. Ну вот, это у нас Arduino. Хорошо, тут стекали. Вот. Это мозги. Это бутерброд Arduino. И это называется CNC Shield. То есть сюда подключаются моторы. Там шпиндель, бла-бла-бла. Сейчас мы все это. Так. Пластиковые детали. Тут фрезы. Алюминиевые детали. Металлические. Так. Что у нас следующее? Железо выражает тут пару килограмм точно. Так, и следующее тоже тяжеленькое. Тут, по идее, должен быть моторчик. Вот такой мощный моторчик. А тут шаговики. Опа, это что такое? Разъем откушен. Так, фокус. Это так и должно быть. Да, у всех откушен разъем и просто лежит там. Видимо, у него что-то. Так, и тут у нас остались металлические профили. Металлические профили. Направляющие. И винты. Три винта. Вот, в принципе, все. Никакой инструкции я не увидел.
как все это собирать, смотрите на сайте. И вот это, как самая его платформа. Все.